Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я сделаю обзор покупок и цен, которые я сделала на рынке в Житомирской области, Украина, 1 марта 2019 года. Цены будут в гривнах. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Купила свеклу. Буду готовить вкусный салат из запеченной свеклы. Капусту, морковь по 15 гривен за килограмм. Пучок вот такого зеленого лука на 10 гривен. Репчатый лук по 22 гривны. Шампиньоны по 40 гривен за килограмм. С 4 марта по 10 марта будет масленица, поэтому буду готовить очень много вкусных блинов. И вот приготовлю блины с шампиньонами. Этот рецепт есть у меня на канале. Яблоки, сорт Горец, 6 гривен за килограмм. Вяленая вишня. Она мне понадобится для торта. Она за килограмм по 180 гривен, здесь на 25 гривен. Лимончики 2 купила по 55 гривен за килограмм. Белорусский шоколад 90 грамм. Плитка стоит 20 гривен. Какао Мрия 100 граммовое 25 гривен. Всегда покупаю разрыхлитель и ванильный сахар этой фирмы. По 3 гривны стоит такой пакетик разрыхлителя и ванильного сахара. Слабосоленую сельдь филе купила по 70 гривен за килограмм. Иногда покупаю. Буду готовить вкусную намазку на хлеб. Этот рецепт есть у меня на канале. Вот такие крупные яйца по 30 гривен. Я их еще не мыла. Помою перед использованием. 3 десятка. За десяток по 30 гривен. Сыворотка. 1,5-литровая банка 10 гривен. 3 литра молока домашнего купила. За литр по 20 гривен. Сметану 2 баночки 0,5-литровые. 0,5-литра сметаны 35 гривен. Сыр моцарелла фермерская продукция по 150 гривен. И также масло домашнее 150 гривен за килограмм. Домашний творог для блинов за килограмм 70 гривен. Сало по 90 гривен за килограмм. Посолю сало, муж любит соленое. Этого рецепта еще нет, сниму обязательно для вас. Свиные ребрышки за килограмм 100 гривен. Буду готовить зеленый борщ, а также вкусное жаркое в рукаве. Этот рецепт есть у меня на канале. Вот такую свиную лопатку за килограмм 100 гривен. Приготовлю вкусную буженину в пищевом пакете, которая варится. И всегда получается очень вкусной и мягкой. Куриное филе за килограмм 90 гривен. Приготовлю блинчики с курицей, а также приготовлю вкусные отбивные куриные в луковой панировке. Эти рецепты есть у меня на канале. Вот и все мои покупки. За все я заплатила 1100 гривен. Если хотите цены в рублях, умножайте на 2,4. Доллар 27,2. Евро 39. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго, и до новых встреч!